Дома все приготовили, что смогли. Салатик там все у нас есть на вечер. И пошли с Гретой гулять на наше место, на эту воинскую часть. О, пират опять прибежал. Это друг ее. Старенький, маленький. Он прибежал. Вот такой вот городок раньше был для военных. Небольшой. Мы идем в воинскую часть. О, уже бежит, знает куда. Заворачивает. У нас снежок посыпал. Небольшой такой, крупинками. Вон наш балкон. В основном там собак выгуливают. Но я не люблю, там помойка, там газ, там столько собак. И мы ходим с Гретой на чисто поле. О, ворона закаркала. Вон она сидит, каркает. Вон она. Полетела. Ой. Ой, 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 ой. Темновато. Вышли на тропиночку. Перешли, где всегда гуляем. Это тоненькая такая узенькая тропиночка, протоптана собачниками. Собак выгуливают так же, как я. Вот, а там-то, конечно, дороги побольше. Там и техника. Ой, как каркает противно. Я люблю, когда вороны каркают. Вот этот дом с окна у нас виден. Что-то здесь было у них в воинской части. Ой, ой. Кар, 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 кар. Темно, снег, снег идет. Потемнело, но тепло, 11 градусов. И ветра вроде бы пока нету. О, подруга бегут. Друг и подружка. Бегите, бегите. Чё встал? Лапы не успел ты еще натоптать себе. Вышли на свою дорогу. Это уже не тропинка, а дорога. А, видишь, на которую бежала я, задумала повернуть сюда. Сейчас она обгонит, догонит, увидит, что меня не туда. Я хочу к военкомату. О, догнала. Ой, же. К военкомату подойти. Он действующий военкомат. Ну, там, конечно, огорожено все, туда не пойду. Просто другой стороной вот так вот пойдем. Туда. Я там не была раньше. Вот мы вчера туда заходили. Сейчас пойдем вот ближе к этим казармам. Ой, снег, хоть бы не упасть. Где бугорок, где яма, не видно. Видишь, охраняют, вон охраняют. Собаки там, дай бог, выскочат. Может, нельзя на эту территорию, я не знаю. Куда пошли? А здесь, наверное, не пройдешь. Здесь рядом не пройдешь. Вообще-то посмотрим, сейчас пройдешь или не пройдешь. Да, тут, наверное, не ступ... нет. Ступала нога человека. Человека везде. А вот дорога уже на дорогу. И там автобусы ходят, машины. Вон как лают, охраняют. Ух, как. Ух. Вот военкомат. Старушка вон стоит.
А мы вот сюда хотим пройти. Вот. Здесь пройдемся. Вот сегодня 10 февраля. Вот ближе хочу посмотреть эти казармы. Даже на казарму не похоже, как-то как общежитие. Мне раньше казарма казалась одноэтажная. О, какая-то лозунг. Да, стремиться к победе, что-то там непонятно. Вот так все разбито. Я здесь еще не проходила. Вот еще один корпус. Вот такой. Это уже вторая. Нет, вот второй, это первый. Такой тянется. Автобусы ходят, вот там дорога. Это стена из кирпича прям сделана. Еще не разрушили. Ограда из кирпича, стена, говорю. Ой. Вот, вот мы там ходили. Вот там мы ходили. Сейчас параллельно здесь идем. Здесь еще не были. Издалека видели вот эти, как называются, казармы. Вот. Тут забили вход. Все равно как-то как чувствуется, что кто-то вроде бы не хочет, чтобы совсем все разбили. Где-то окна вон заделаны. Вот. Вход заделан, вот окна заделаны. Некоторые не хотят, видать, все-таки здание потерять совсем. Его же быстро зайдут, поразбирают, поразбомбят. Наш на это-то специалистов много. У нас построить некому. А разбить, растащить это мы запросто. Ели такие большие. Вот это вот вторая казарма. Второй подъезд. А тут только замок. Замок висит. Не тяп-ляп. Не поленюсь, подойду. Вот замок. Здесь написано техническое. И Грета сюда скорее. Увидела, что я сюда. И она сюда скорее. Маленько снегом присыпала. И не видно путня дороги. Вот. Вот там мы ходили. Сейчас вот здесь вот. Параллельно. Красивые такие деревья. На кедр похожи прямо. Я их натурально кедр не видела, но на картинке. На кедр, как кедрач. А тут закрывали, закрывали. Понемножку все равно все разбомблили. Разбомблили. Все равно лезут люди. Тут что-то даже было. Это была сигнализация, что ли? А, наверное, был этот шлагбаум какой или что. Самодельный. А, это просто вот такие козлы. Они тут ставили на дорогу. И убрали сейчас. Вот все. Вышли на просторы. Это здание мы с той стороны видели. А теперь с этой. Ну, одно и то же. Ни окон, ни дверей. Жуть. Ой, собаки чужие бегут. Ой, да сколько много.
сколько много. Пойдем. На чужую территорию пришли. Все, 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 уходим. Нафиг. И собаки даже на что они обычно играются, убегают. Вот, догнали они нас. Вон их сколько. Грета, пошли. Вот. Вот. А здесь поднимемся. Тут есть дорожка. Вон еще большая собака пришла, прибежала. Ой, чужая белая. Сталинград. Ой, Сталинград. После бомбежки. Ну вот напротив вот эти, где мы были. Напротив. Это тоже что-то такое. Что было, не знаю. Такие крыльцо делают большое. Не ходи туда, Грета. Грета. Грета, иди сюда. Нельзя. Грета. Грета, иди ко мне. Нельзя. Вон даже была клумба такая. Из бетона. Ну, наверное, все было хорошо когда-то. Не понадобилось нам такие защитники. Только вложено было средств. Что сделаешь? Вот такой снежок белый. Белым снегом, белым снегом, ночь морозная ту стежку замела, по которой, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Тобой, любимый, рядышком прошла. Помнишь встречи, расставанья. Снежок беленький посыпал еще, присыпал. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Падает от снег, под тихий снег. Хочу сказать при всех, мой самый добрый человек, пойди взгляни на этот снег. Он так же чист, о чем молчу, о чем сказать хочу. Да, разруха, ты разруха, родная сторона. Выходим напрямую. О, какой большой еще пришел пес. Тоже, наверное, безродный. Начипированное ухо на ему повесили в лямбочку. Аж ухо оттягивает. Сильно в лямбочке тяжелая. Родина наша. Березки. Снег. Все как положено. Как часто бывая средь белого дня, я брел наугад, ла-ла-ла-ла-ла, и родина щедро опоила меня березовым соком, березовым соком. Вот это
родина наша с березами, с сопками. Такой просторы большие вообще. Птички летают, тепло сегодня. Тепло ли тебе, барышня, тепло ли у тебя, милая? Тепло, батюшка, тепло, тепло оделось. Грета, ты меня не жди, бегай. Мужчина какой-то идет. Вчера мы его встретили, сегодня он идет. Облаивают, уже облаивают. Ох, понеслась. Как же она отстала-то от них? Это ж вообще. Вот сейчас вот спрячусь куда-нибудь в сторону. Жалко, тут некуда. Тут такие барханы и ямы. Упасть можно. Сейчас за угол бы спрятаться. Эх, она назад. Он смотрит уже, оборачивается. Иду я или не иду? Ой, ну такая она у нас преданная. Боится из дома выйти. Мы же ее запускаем. Она же знает, что мы ее запускаем. И все равно не хочет одна выйти на улицу побегать. Ни в какую. Хоть шею выталкивай. Вон она, уже заглядывает. Иду я или не иду, смотрит. Вот она уже стоит, смотрит. Иду я или не иду. И оборачивается. Не хочет даже к своим сородичам бежать, потому что вдруг я уйду куда-нибудь. Ой, Грета. Ой, прибежала, да, прибежала. И опять побежит сейчас. Она не выпустит с вида никак. Она сейчас будет туда добежит, опять оглянется. Из-за поворота она сюда выглядывает. А вдруг я не иду? Ну, беги, играй. Гуляй, Грета, и гуляй. Что-то ищет какие-то корешки. Гуляй, Грета. И уши вроде как от одного собаки, хвостик от другой собаки. Какой охотничья висячие собаки, ушки. Побежала. Насколько ее хватит? Сейчас до конца. Бросила собак. Видит из-за угла, что меня не видит. И думает, бежать или не бежать. Она заворачивается. Чего, боишься, что останешься? Да ну, ты ж дорогу знаешь. Придешь, тебе сразу запустят. Как же тебя бросишь, а? О, зовет, чтоб я шла. Ага. Иду, иди гуляй. А, опять побежала. Не побежала за собаками. А то боится, что уйду. Да гуляй ты, гуляй. Грета, гуляй. Ой, вывели утром. Внук пошел машину брать. Ну, говорю, возьми ее с собой там до гаража, да, она назад прибежит. Она даже и не думает. Как только берут сумку, она уже знает, что они идут в гараж. И бросят ее, она и назад ее не приведут. И она не идет с ними. Все знает, все вот она. Я с сумкой с магазина иду. И говорю, гуляй. Нет, а сумку и на дверь. Смотрит на сумку и на дверь. Значит, она знает, что я никуда не пойду, а пойду домой положить сумочку. Ой, боже мой, такая умница. Но на улицу никак не выпроводишь одну. Чего она боится, я не знаю. Но она вот еще лает из-за этого еще. Говорю, купите намордник. Все время нету. И там подобрать ведь надо. По размеру, что ли. Вот так вот идем. Снега. Вот когда снег, зима. И в моем детстве Хиль пел песню. Потолок ледяной, весь скрипучая, за шершавой стеной, тьма колючая.
как ступнешь за порог, всюду иней, а из окон мороз синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучий, за шершавой стеной тьма колючая. Как ступнешь за порог, всюду иней, а из окон мороз синий-синий. Бегай, бегай, бегай. Вышли мы на свою большую дорогу. Сейчас до тополей дойдем. Еще кружок дадим. Сегодня нет ветра. Вообще гуляй не хочу. Так что вот так. Ой, ну мне вот правда вот эти сопки нравятся. Всегда увеличиваю. И смотрю. Разруха это только мешает в кадре. Лес темный, мрачный. Солнца нет. И он такой прямо. Он как-то лес-то жиденький. Или его прореживали здесь, чтобы просмотр был хороший, или что, не знаю. Сейчас вот поросль молодая вот вроде растет. Но с тех пор. А так нам здесь прореживали. То, что наблюдают же, ходили, здесь же охраняли. Надо, чтобы видимость была, наверное, хорошая. Солдаты здесь были, видишь, как. 20 лет, сколько не 20, 40 лет назад. Служили наши ребята. Дозор несли, охраняли, а теперь все брошено. Да. Почетно на нашу жизнь, да. Ну вот, хоть немного досняла. Беги, беги, играй.